упражнение отведения в тренажере на заднюю дельту. Исходное положение, сидя лицом к рукояткам. Сидим прямо, подбираем высоту рукояток либо сидения таким образом, чтобы рукоятки совпадали с уровнем задней дельты. Рука в локтевом суставе слегка согнута. Мы выполняем отведение назад до прямого совпадания локтя со спиной. При отведении локтя назад мы стараемся выдерживать прямую линию локтя и спины. Если мы будем работать еще дальше локтем назад, то будут очень сильно включаться в работу мышцы спины. Сводим рукоятки, выдох, при отведении назад вдох. Локти удерживаем чуть выше. Хорошо. Растягиваем дельту и сокращаем. Локоть всегда удерживается параллельно полу и в слегка согнутом состоянии. Небольшую паузу фиксируем сзади при отведении. Выдох. Достаточно.